Друзья, всем привет! Канал Каримов Равиль, канал обо всем. Находимся мы в центре города Казани, прям в центре некуда, в Кремле, в Казанском Кремле. Здесь проходит ярмарка мастеров Татарстана. И вот мы находимся возле лота с варганами. А по-татарски варган звучит кубыс, и мастер нам все расскажет. Добрый день, да, у нас здесь варганы. От старославянского слова варга, род. У нас в Казани считается национальным инструментом, называется кубыс. На самом деле есть во всем мире, от Германии до Камбоджи. С разной структурой, где-то делается, как у нас, из металла, где-то из кости, из дерева. Например, в Казахстане при производстве используют конский волос, а ближе к Камчатке – китовий ус. В официальном мире зарегистрировано более 300 названий, но один смысл – это первый сакральный инструмент. В Якутии больше всего распространено в нашем понимании, потому что они первые пришли к металлургии и используют при оккультных практиках. Могу продемонстрировать по звучанию. Вообще варган подбирается по тембру голоса и строению черепа. А у нас резонатором ротовая полость выступает. Вообще могу продемонстрировать вкратце мастер-класс. Мы кидаем на два пальца, прижимаем третьим, как ложку, вилку, авторучку. Здесь задача плотно зафиксировать так, чтобы вам было комфортно, не зажимая вот эту часть, язычок. От нее идет вибрация и звук. Верхний срез для верхних зубов, нижний для нижних. Мы не прикусываем, чтобы не закусить язычок, а упираем. Ни вверх, ни вниз, ни на себя не проваливается, значит, можно играть спокойным движением. От себя удар приходится на вторую фалангу. Вот такое звучание без дополнительных манипуляций. В этот момент чувствуем небольшую вибрацию, как плотный молочный коктейль через трубочку в себя втягиваем. Потом подключаем речевой аппарат, как будто говорим «вау-вау-вау», но не говорим, а просто артикулируем. Потом подключаем язык, как будто говорим ля-ля-ля, но не говорим, а просто прерываем языком вибрацию. Причем важно, если кончик языка направлен вверх, звук будет высокий, если вниз, то низкий. И подключаем дыхание. На вдохе, на выдохе любые звуки, словосочетания, которые вам нравятся, приятны. Например, мяу, вау, трррр. И последнее из основного – это бой. За один и тот же промежуток времени удары можно сделать быстрее, сделать паузу и медленно. Как-то так. Большое спасибо. В чем разница вот этих кубызов друг от друга? Варианты из латуни делаются из мягкого материала при помощи ковки. Они получаются более грубые, практически сувенирные. Они приходят к нам с Алтая. Звучат они так. Все здесь зависит от язычка, видать. Вообще различная конструкция. Например, вот эти варианты будут более басовые, вот эти будут более нежные. Эти при помощи дополнительной примычки более жесткие, но зато ими можно прокачать всю площадь. Есть варианты, которые направлены больше на себя, есть, которые больше на транслирование. Они идут, эти музыкальные инструменты, которые делаются из стали, на ЧПУ оборудование, потом ручками дорабатываются. Здесь каждый срез наточен как лезвие для лучшей аэродинамики. Угу. И варианты с дизайном. Есть еще модификация, где можно устанавливать дополнительно усилитель в виде магнита. Большое спасибо. Мастер еще раз нам представится. Да, мы мастера Татарстана. Вот можете нас проследить по хэштегу «Мастер Татарстана» либо «Мастерская твой космос». Хорошо. Вас как зовут? Александра. Александра, очень красивое имя. Скажем спасибо Александре. До свидания. Сама выбирала. А будете в Казани? Саблагес.
Вот, молодцы. Будете в Казани, обязательно зайдите сюда. Да.